Всем привет, с вами канал Кэмэд Алекс, и сейчас я вам расскажу о кукле Эбби Абоминейбл, дочь Йети из серии Скарис. В данный момент это в коробке, это называется бюджетная серия, идет просто кукла, без расчески, без подставки, и цена у них, конечно, поменьше, чем у базовых, например, кукол. Ну, вот коробочка сделана в стиле Скарижа, как и у больших кукол, точнее больших коробках. Вот черная тут с такими закрученными паутинками. Вот изображение самой Эбби. Scarish City of Rights. Вот Эбби сама. Задняя часть коробочки, ну тот же ночной город, что и у всех Скарижах. И если перевернем, то здесь мы увидим уже на фоне ночного города тех кукол, которые идут в этой серии, то есть в таких тоненьких коробочках. Это Дьюс, Дракулаура, Гулия и сама Эбби. И ниже идет описание того, что девочки, значит, покоряют город ужаса. Ну, это Париж, мы так понимаем, что они хотят попасть на соревнования и хотят выиграть и быть учеником дизайнера мадам Гастир, что они там встречают новых друзей и так далее. Вот такая вот коробочка. А это покупалась кукла в Америке. Вот ее цена, если вас особо это интересует. Давайте достанем ее. Это просто смешно. При открытии коробочки вот идет такая надпись Эбби Абоминейбл. Наверное, ведь... О, сфокусировалась камера. Вот на голубом фоне. Это такая особенность серии Скарис. Скарис вообще, правильно. Теперь давайте посмотрим на куклу. Хоть она и бюджетная, но довольно-таки красивая. Для любителей Эбби, наверное, это будет одна из самых красивых Эбби. Мне почему-то так кажется. Волосы у нее, как всегда, очень густые, завязаны в такой хвост на бок. Ну, цветовая гамма волос ничем не отличается, как обычно. Белые волосы с прядками, цветов розовых, сиреневых и голубого. Ну, также нити эти, которые переливаются разными цветами. Мейкап у нее обыкновенный, розовые нежные тени и нежно-розовые губки. А вот сережки у нее в этот раз уже новые. Если мы присмотримся, увидим. Такие кристаллики свисают сиреневого цвета. На правом, на левом ушке не одинаково. А вот на шейке у нее ожерелье уже такое, как обычное. Почему-то не меняется это у Эбби. Из таких кристалликов. А у нее такое интересное платьице, которое идет вот на одну ручку такое. А цветовая гамма тоже обычная для Эбби. Сиреневый со вставками фиолетового. Здесь розового и белого меха внизу, искусственного. Вот такой поясок сделан в виде тающего льда. Вот. И у нее очень красивая обувь. Вот обувь действительно в этот раз сделали для Эбби шикарную. Это такие белые босоножки на высокой платформе, сделанные из льда. Как. Здесь льдинки такие, кристаллики. Вот в виде таких цветов. И очень красивая платформа. Мне очень нравится. Ну и эта серия идет с сумочкой. Опс, Эбби упала. Потому что она без подставки. Подставка не идет и расческа не идет. Ну, расческа бог с ней, а вот подставочку могли бы, конечно, и поставить. Вот такая вот интересная сумочка. Она открывается, видите. Пока она резиночкой привязана к ее ручке. Значит, она такого прозрачно-голубого цвета. И черные ручки. И черный вот такой вот верх, на котором изображены такие снежинки. На ручке из черного цвета такие кристаллики. Вот такая интересная сумочка и такая интересная куколка. Всем спасибо. С вами был канал Кэмэд Алекс. До новых встреч. Down.
my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Oh,